4000 рублей. Дима не мог так поступить. Нет, он верил во всех, понимаешь, тут полная рулетка, вы сами все видели, друзья. Выручай. Юля, прости. Друзья, итак, загуглим. Окей, Google. У кого сегодня в России самая грандиозная свадьба? Запрос, у кого сегодня самая грандиозная свадьба, отвечает свадьба Васи и Дима сегодня, 13 августа 2016 года. Нет, не надо слов, не надо паники. Это мой последний день на Титанике. Вот и вся любовь, снимаю батики. Это мой последний день на Титанике. На Титанике. Что-то большее, чем чьи-то громкие слова, чьи-то нежные глаза, а по факту в которых лишь пустота. Я себя сделала сама, я никому ничего не должна. Опустила и взлетела выше к далеким берегам, вопреки шансам и острым волнам. Отпустила и пропела: вы не мой капитан, а я не ваш океан. Так оставим ненужные проводы, вы не больше, чем спам, разлитый по сердцам. Нет, не надо слов, не надо паники. Это мой последний день на Титанике. Вот и вся любовь, снимаю батики. Это мой последний день на Титанике. Нет, не надо слов, не надо паники. Это мой последний день на Титанике. Вот и вся любовь, бросаю фантики. Это мой последний день на Титанике. Я схожу на берега, я сегодня до темна и пью чувства безо льда. Я свободна, я жива. Отключите провода от моих белых крыльев, а мне пора. Я себя сделала сама, я никому ничего не должна. Отпустила и взлетела выше к далеким берегам, вопреки шансам и острым волнам. Отпустила и пропела: вы не мой капитан, а я не ваш океан. Так оставим ненужные проводы, вы не больше, чем спам, разлитый по сердцам. Нет, не надо слов, не надо паники. Это мой последний день на Титанике. Вот и вся любовь, снимаю батики. Это мой последний день в акробатике. Нет, не надо слов, не надо паники. Это мой последний день на Титанике. Вот и вся любовь, бросаю фантики. Это мой последний день на Титанике. На Титанике. На Титанике. На Титанике.
Титанике.